В этом выпуске мы подведем итог даже не месяцу, а целому году. Есть установка весело встретить Новый год. Топ 5 от нас. И от вас. Мы расскажем вам о самом главном за год. Вам же предложим проголосовать за те же события, которые лично вы считаете важными. И даже добавить свои в комментарии. С вами снова ведущий новостей МГПУ ВУСАЛ. Здравствуйте. Заново, все. Ну что, что не так? Все, заново. Просто она так очень ярко говорит. Всем привет. Хочешь, я буду по сдержанию? Нет, говори, говори, все. Три, два, один. Ну я теперь не могу так. Всем привет. Итак, погнали. Номер один. Удаленка и дистант. Лекция онлайн, экзамены и защиты в Teams, не забывать о креативе, строить универ в Майнкрафте, снимать десятки видосиков, искать что-то хорошее даже в этом году. Все, все, детка, рэп закончился. У нас с тобой разные скорости. Догоняй. Я и сам шутить не люблю, и людям не дам. Номер два. Два. Поступление в университет онлайн, дни открытых дверей в YouTube, чаты с приемкой. И даже в таких условиях наш университет стал лидером среди педагогических вузов по всей стране по качеству приема. А что такое качество приема? Как это считают? Слишком пафосно. Надеюсь, это не проблема? Надеюсь, это не проблема. Как это считают? Это берут всех, кто поступил в бакалавриат на бюджет, и считают их средний балл ЕГЭ. И сколько у нас? 85,5. Я точно не поступил бы. Ты, главное, не волнуйся. Я смеяться не буду. Не смешно? Номер три. Дальше пойти с восьмой цифры. Итак, студенческие достижения. На Олимпиаде «Я профессионал», итоги которых были подведены в апреле 2020 года, более сотни студентов вышли в финал в различных направлениях. 20 стали призерами, 10 – победителями, 8 получили золотые, серебряные и бронзовые медали. Будь добры, помедленнее! Я записываю! А в студенческом межвузе WorldSkills, который закончился только что, в декабре, у нас 2 золота, серебро и бронза. Вышли в финал в 4 компетенциях и получили 4 медали. Отличный результат! Грандиозно! Номер 4. А еще наши студенты не только умные и профессиональные, но еще и талантливые и активные. Но ведь я же еще и талантливый. Если мы будем перечислять все их достижения, нам точно не хватит времени, потому что у меня нет часов. Что? Сборная КВН МГПУ «Это они» стала чемпионом Центральной Краснодарской лиги КВН. Участницы педотряда «Спецназ» вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых». Спектакль институтки театра «Виват» занял первое место на театральном фестивале в Берлине. Людк! Алют! Глянь, что делается. Монтажер молодец. Дарья Шарпаева из Ушинки стала лауреатом национальной премии «Студент года 2020». А студентки ЭППО Александра Аберная и Анастасия Воронцова зажгли по полной на конкурсе «Доброволец России». Они придумали 2 проекта. Про знания. О половом просвещении в школах. И «Экологос». Об экологической культуре. Вышли с обоими в полуфинал конкурса. Пришлось даже выбирать проект, с которым идти на финальные испытания. Молодцы, девчонки. Гениально. Номер 5. Дай 5. Ча. В этом году МГПУ исполнилось 25 лет. МГПУ 25. МГПУ 25. Тара-па-па-ра-пам. В марте, как вы понимаете, было не до праздников, но мы не сдались и отметили юбилей осенью. Это было одновременно улетно и по-семейному. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая жизнь. Я, пожалуй, опущу вам путь резин и останусь навсегда. Это был наш топ 5. А теперь вам предстоит ответить, что же было для вас самым значимым событием этого года. Good evening, ladies and gentlemen. And the Oscar goes to... Да, с таким инглишем далеко не уедешь. Я патриот. And the Oscar goes to... С
Спасибо. Ого. Ого. Чисто русская. И аплодисменты. Кому? Я предлагаю заменить ведущего. Он слишком крутой. А так серьезно начинала. Там вообще монтажер, такое ощущение, что не нас снимает обычно. И как откуда эти кадры берутся, я вообще не знаю. Голосуем ВКонтакте. Голосуем в ICQ. Желаем всем удачи на сессии и хороших каникул. Подавай быстрее жениха. До приданого. Да побольше. Мы очень надеемся на то, что следующий год будет лучше. Что в нем будет много встреч с друзьями. Занятия вернутся в аудитории и класс. Не может быть. Будут работать музеи, выставки, кинотеатры. А значит, доесть салатик оливье, загадать желание. А, и посмотреть иронию судьбы. Какая гадость это ваша заливная рыба. Ну а сейчас мы с огромной радостью говорим пока уходящему году. Мы справились. А теперь уходи. Уходи. Убирайся вон. Уходи, а то закричу. Вон! То-то же. С праздником, друзья. До встречи в следующем году.